какова будет судьба пленных, которые были захвачены Азербайджаном в Карабахе в ходе Карабахской 44-дневной войны еще в 2020 году? Ведь Карабах теперь часть Азербайджана. Существует ли возможность у России путем переговоров повлиять и добиться освобождения пленных? Ну, первый момент. Если речь идет о российских гражданах, где бы их не настигло какое-либо трагическое событие или они оказались где-либо в сложной жизненной ситуации, безусловно, мы будем через наши возможности оказывать им содействие. Второй момент. Если речь идет не о гражданах России, а в данном случае вы говорите о жителях так сказать, территории, связанной с Нагорным Карабахом, то этот вопрос лучше адресовать азербайджанским и армянским властям. Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. В свою очередь мы неоднократно призывали партнеров и в двустороннем, и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу всех на всех. Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия. И рассчитываем на то, что данный вопрос будет успешно решен.